Стоп, друзья. Для того, чтобы качество контента росло, идеи были масштабнее и мы были ближе к друг другу, перед просмотром в браузере или на телефоне включайте VPN. Это всего лишь 3 шага для вас, ну а для нас это куча денег, тачек, тёлок и подгузников. Смотрим ролик. Всем привет, дорогие друзья. Ну что, мы покупаем тачку? Ну как мы? Пока что я еду выбирать. Аня доверяется моему чутью, и поэтому я выбрал Ладу. Сейчас советские автомобили — это намного круче, чем вот Mercedes. Там, покажи просто их, вот, покажи их. Как они выглядят? Ну вот, ну не особо, ну да? 3 миллиона за что? Лада Приора новая за 22-го года только стоит. Зачем? Короче, погнали. Выберем тачечку. Нужно ездить на советской, понимаешь? Они вот это вот, все вот эти понты блогерские. Ой. А, кстати, самое важное, мы покупаем тачку не для себя, это удобство. Удобство ездить с малым. В основном я из-за этого ее и беру. Погнали, короче, выбирать. Вариант, который я рассматриваю. Реально. Веста Спорт. Кайфово выглядит. Пойдем, войдем. Вот там кот спит. На тачке. Да, это нормально. Мне, короче, нравится. Дед бы мой сказал просто шикарно. Давай сядем в салон, посмотрим. Чувак, ну из нее много чего можно сделать. Кстати, 2 этих даже. У Лады... А, 3, получается. Это, видимо, слишком сложно для меня. Давай что-нибудь у Лады Веста. Бро, она кайфово выглядит реально. Слушай, ну вот это, мне кажется, Ане понравится. Карбончик. Зато 2 этих нету булыжника. Так, сколько? 200 спидометров. Я влюбился, реально. Смотри, тут даже провод есть. Короче, Ане этот 100% вариант понравится. Я даже спрашивать ее не буду. Чисто, наверное, оформим. Возьмем. Уф. Еще одна весточка. Выглядит прикольно. Подожди, я правильно понимаю, что это типа новая... Нива. Смотри, тут труба вверх идет. У них своя система навигатора. Ну, конечно, не сразу типа срабатывает приложение. Видео. Охереть, видос можешь смотреть в Ниве. Дед бы мне сказал, да это невозможно. Вы прикиньте, какая тачка есть тут. Тут есть тачка без ОБС, без подушек безопасности. То есть, и она стоит очень дешево. Мы ее сделаем, мы ее круто сделаем. Спойлер повесим, круто обклеим. И я 100% уверен, Ане понравится. Фары сделаем вот эти, знаешь, синенькие, как делают. Это просто блеск будет тачка. Места куча. О, смотри, тут даже полочки есть. Чисто, понял, айфоны, все, вот. Штук 4 закидал. На спидометре до 200 тоже. Короче, посмотрим характеристики тачки. Я думаю, стоит брать ее. Либо ту, либо эту. Короче, надо брать. Так, ну что, ребятки, понравилась Lada Vesta, черная. Вот это вот просто сексуальнейшая машина. Сейчас звоним Ане, чтобы она приехала. Ее упаковываем. Я уже сказал, чтобы оформляли ее. Подписываем бумажечки и покупаем. Топ! Стоп. Ребят, какая нахер Лада? Все, убираем эту херню. Первая машина должна быть. Ой. Всем привет, друзья. Мы, как вы поняли, покупаем машинку, нашу первую. Как вы думаете, что в этой сумке? Это камера, карточки, паспорт и ствол. Он не настоящий. Мы приехали покупать машину BMW. А какая именно, вы узнаете чуть-чуть попозже. Погнали. Вот сейчас приедет еще человек, который шарит за автомобили, и будет ее проверять. О, как прикольно выглядит, ё-моё. Три фары синие. 3, 2, 1. О, еще что-то. Ну что, открываем? Ну что, погнали внутрь, бро. Чувак. Ну? Как тебе? Вот эти вот коварные глаза, посмотри на них. Это BMW 330i, 258 кобылок в ней. Летает просто сексуально. Первая машина. Я не хотел много тратить. У меня еще нужно на много чего еще потратить. И рождается ребенок. Ей не дешевое нужно, короче. Поэтому я еще бабки приберег. Но вот тачечка первая. К нам пришел Кирилл. Сейчас он будет помогать. И полностью ее проверим перед покупочкой. Ну вот она.
Смотри, фары какие. Реально. Это друг так радует. Спорт плюс включаешь и газуешь. Я сегодня только узнал об этом режиме. Чуваки, я вам так скажу. Ставишь спорт режим, выключаешь вот эту вот пробуксировку, и она сразу со старта начинает вот так вот петли давать. Ну чё, готовы, дети? Ой-ой-ой, взлетает. Капец, она летает. Первый раз просто, только купил, понимаете, надо проверить было. Просто спорт плюс включил, ну, нельзя было газочек не нажать. Так, ну по кузову у нас, да, все без окрасов, ничего не снималось. По итогу, да, у нас получается кузов без окрасов, без ДТП. Да, получается, можно оформлять тачечку и ехать на ней уже. Желаю каждому мужчине почувствовать эти эмоции. Я не передам их через камеру, потому что, когда ты вот покупаешь свою тачку, особенно если это BMW, следующая тачка будет еще круче. Но главное, типа, аккуратно на такие, потому что ну, на них просто вот, не хочется аккуратно ездить, на них хочется вот... Желаю каждому пацану приобрести это, желаю почувствовать. Желаю вашим дамам тоже почувствовать, что у ваших парней появилось вот такое. Это нереальные эмоции. Это не сравнится, наверное, с покупкой недвижки или еще чем-то. Это вот тачка, которая херачит, как коняра просто какая-то дикая, лютая, сексуальная. Ну что, ребятки, у нас появилась тачка. Ну, тачка появилась, Мики, тачка появилась, понимаешь? Дима тебя в нее не пустит. Короче, когда мы вышли из салона, мы выехали, сели в машину. Я сажусь, а я плохо себя чувствовала. То есть, я вообще, там же столько документов за все в салоне. Ну, сколько мы там поручали? Часов 6? Ну, да. Короче, я ничего уже не понимала, просто, что мы тут делаем вообще, непонятно мне. Садимся в машину, и я вот с таким вот лицом, не понимаю, что происходит. А потом, когда уже мы дома находимся, и вечером, и я вижу вот эти ключики, которые лежат на столике, я такая, уж машину. Короче, осознание пришло не сразу. И я пока что до сих пор не понимаю, что у нас есть машина. Но я очень хотела, чтобы у нас была машина. Я где-то, я не знаю, сколько я мозг выносила тебе, да? Да, да. Я, ну, полгода где-то говорю, что, когда у нас машина будет? И потому что я не вожу, то есть просто, чтобы она была, чтобы просто мне сидеть вот. А он меня возит. А я на самом деле показал все свои эмоции, все, которые я хотел. Дальше больше, дальше круче. И самое важное, угадайте, какой цвет я ее буду перекрашивать. Это будет во второй части, потому что мы не хотим все это затягивать и решили вам показать пораньше. Давайте я вам дам 10 тысяч рублей. Тот, кто угадает в комментариях, получит вот эту вот десяточку. И этого человечка я отмечу. Пиши комментарий, ставь лайк. И на самом деле мы хотим просто вот сказать тебе спасибо, что ты подписан на меня, на Аню. Ставишь лайки и ну, смотришь. И смотришь этот ролик с VPN. И самое важное, что нужно делать, это нарезки. Вставляйте их в TikTok где угодно вообще, используйте их где угодно. И мы это все будем видеть, лайкать и постить к себе в истории. Он уже букал. Я скажу. Мы подъехали к дому. И первое, что Дима сделал, какая-то маленькая такая вот букашечка лезла, короче, по капоту. Он, ты что здесь делаешь? Это машина новая. Я вам серьезно говорю, эта херня работает, реально работает. Вот когда у вас тачечка новенькая, там, ну, такой...